Евгений, поздравляем с победой. Вторая победа у вас. Так, неудачно вы начали в чемпионате, да, было поражение. Так, накатили, как говорится. Да, спасибо, спасибо. Тяжело было. У нас сейчас собрали все, кого мы заявляли, поэтому начинает проявляться наша задуманная, выражается какая-то тактическая линия. Вот, как-то так. Я смотрю, у вас состав в этом сезоне не так обновился, да? Да, поработали ребята, собрали хороший коллектив. Сегодня вы хитрик сделали, да? Тоже, думаю, приятно. Ну, я был травмирован, поэтому в первой игре не участвовал. И сейчас набираю форму, поэтому ребятам спасибо, помогают. И какая-то удача помогла забить 3 гола. Я думаю, надеюсь, не последний, да, в этом сезоне? Нет, у нас высокие цели, мы хотим выиграть. Поэтому, я думаю, будет голов много. Ну, для начала надо в четверку попасть, да? Как считаете, какие шансы у вас? Я думаю, хорошие. Достаточно хорошие. Вы сыграли уже, ваша команда 3 игры, да? Как уровень лиги, по-вашему, изменился, не изменился, повысился? Я первый раз участвую, поэтому сравнивать не с чем. Но все команды ровные, нет таких провальных каких-то или очень сильных. Поэтому уровень ровный, хороший, достойный этого чемпионата. Как считаете, кто может претендовать, из тех команд, которые вы уже видели, может быть, кто может претендовать на победу в лиге? Я думаю, те команды, которые идут без проигрыша, и я думаю, наша команда. Спасибо огромное. Удачи. Спасибо.